Всем вы на канале Семья Литвиновы. Сегодня суббота, 28 октября 2017 года, и мы едем на каяк по. Чтобы заехать в парк, нужно заплатить $10. Нужно заплатить. Да, нужно заплатить. Мужчины и люди. Мама, поправь вот эту вот. Сколько стоит сюда въезд? Десяточка. Слушай. Серега, а тебя можно снимать для моего канала или нет? Нет. Нет? Как пахнет, Серега? Не знаю, я тут уже хлеб взял. Серега делает. С утра шашлычки, это по-нашему. Аппетитно, а что это у тебя здесь за маркировки серые? А что вы не украли, короче. Это я вам сделал. Я что-то вижу долго. Возьми эту лопату, мог забирать. Привет всем, вы на канале Семья Литвиновых. И здесь вот мы на Кайфонте, и здесь такое красивое озеро или море. А вы делаете видео сейчас? Угу. Там люди тоже приехали, там собака. И вот здесь чуть-чуть цветочка такой. Помяли. И тоже такая мелкая. Ладно, ну всем пока, я еще когда поснимаю. Привет, мальчик, что ты делаешь? Попасть куда нужно. Да? А где Дениска? Дениска вон там. Дениска, пошли! Привет, Люба. Привет. Дениска, пошли в дом. О, да, конечно, аккуратно. День, скажи привет, День. Привет! Там у нас шашлыки. И это все, пока! Всем здесь мы на Кайфонте. И мы жарим шашлыки, чтобы кушать. Тут что-то почему-то здесь хорошо жарится. Скажи привет, мамочка. Здесь Серега жарит. Привет. Там у нас шашлыки. Здесь Люба приехала, там вот. С военной ее дочкой. Да, ты, Люка, самая пунктуальная оказалась. Один. Так что пока. О! О, привет, Вадим. Что? Сы. Кто здесь? Кто здесь? Аня, здравствуй, Тань. Пажа. О, привет, Анечка. Привет. Там не горячо, но может грязь. Может, сейчас выпить грязь. Это она там рассказывала? Кто хочет конфетку? Я еще не взяла конфетку. И Дэнни. Тут только родила. Покажи, сколько у тебя листиков? А ты там посмотрели, посиди. Много. Какие красивые, да?
больше в лес не пошел. Да? Что ты потеряла? Смотрите, какое такое колечко. А, так все завидуют. А я специально говорю, что все завидовали. А вы давно когда вы видели? Ты так высоко, Майя. Мы с тобой друзья. Давай папа за тобой как колбаска. Это куда, в Ютуб? Если это в Ютуб, то нет. Что это за место? Каяк Пойнт. Предлагаем вашему вниманию замечательный отдых. Возможно, рыбалка. Значит, можно лодочку спустить, крабов поймать. Можно даже увидеть Китай иногда. Посмотрим на эту сторону. Значит, бревна, дикая природа. Вот. Очень хорошо поставить мангальчик, пожарить шашлычок на природе, так сказать. Покупаться можно? Покупаться? Ну, для купания здесь, конечно, не для слабонервных. Вода очень холодная. Заходит с океана холодное течение. Это залив, да? Это залив. Привет. Привет. Тебе нравится тут? Да. Где мы? Вон там. Это Любочка, твои ракушки, да? Красиво. Джессика тоже собирала кусай, а уже их дала Кати. Я тебе даже ничего не отдаю, наверное, все съели твои, все вкусно, а вот и люди на все съели.
My teacher only wants us second grade. Second grade. She takes my cookies plate. Two. I used to bring mine, but nobody took it. But my teacher doesn't let mine because I have a fifth grade teacher. She doesn't let mine anymore. Or 40. 40? Yeah. Like when my teacher finds that we have a favorite, she just takes it out of us. And when it's time to go, she just left it. At the end of the day. You know, remember Russian school, yeah? Did you go to it? So, yeah. I have a new teacher, and she's so funny. One girl, because she goes to my church, she said that once she took away, when it was the work, she took away cheese. She ate some, and then she threw it in the garbage, and then the girl who she took it away, she got it and started eating it. Что там, сынок? Ты мне что-то хочешь показать? Да. Это замок? Угу. Какой красивый. Я там нашел ракушки. Его украсил. Очень красиво. А ты с кем играешь? А, с Эриком. Эрик это твой друг? Ага. Он был на охоте уже давно. Он был на охоте? Угу. Расскажи, тоже Эрик. Стоило. А расскажи, Эрик, что вы там, на кого вы охотились? На оленя и на медведя. И на медведя? Ну, видели девочек оленях. Девять. Ты тоже диска захотел на охоту, да? Я знаю, я папу попросил. Учите, не кушайте, пожалуйста, не кушайте. Не кушайте. Вот, что будет с бутылкой. Вы не видели, где лопатка Дэниела? Я вот ее видел! Она где-то в бревнах! Где? В бревнах!